Вот так легко и непринужденно 60 раз отжался начальник управления по физкультуре и спорту Александр Кусенко. Он принял участие в акции, которую провели в одном из магазинов города. Условия таковы: за 20 отжиманий можно получить скидку 10%, за 35 – 20%, а за 60 – бессрочный сертификат на 2000 рублей. Мы посоветовались с ребятами, обсудили и решили помочь детям, кто находится в трудной жизненной ситуации, семьям, так сказать, отжаться каждый по 60 раз. А сертификаты в рамках, так сказать, Нового года, праздника, у каждого человека, даже у каждого ребенка должна осуществляться его мечта. Свои честно заработанные сертификаты 10 участников акции решили передать в Управление по труду и социальной защите населения. Как отметила заместитель начальника, отрадно, что с каждым годом благотворителей становится больше. Под Новый год каждый ребенок ждет чуда, каждый ребенок ждет подарка. И вот эта вот акция, которую провели спортсмены сегодня, это, конечно, что-то такое фееричное, вообще такое бесподобное. Мы, в свою очередь, примем эти сертификаты, и, как мы уже договорились со спортсменами, что мы их передадим тем детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Женщины тоже могли принять участие в акции. Они должны были выполнить приседания. Елена Канина, Денис Гимп, новости Губкинского.